Добрейшего дня, меня зовут Максим. Сегодня я расскажу, как получить номер социального страхования. Сокращенно называется CCN, Social Security Number. Это один из важнейших документов для тех людей, которые хотят находиться в США легально, жить, работать, открывать банковские счета, открывать разные аккаунты на торговых системах и так далее. Значит, в первую очередь вам нужно иметь на руках разрешение на работу. Про разрешение на работу я вам рассказывал в одном из прошлых роликов. Как только вам пришла вот эта пластиковая карточка небольшая, вы, если не знаете, где у вас город находится, офис, залезайте на сайт, официальный государственный сайт CCN. Я ссылочку укажу в описании ролика. И выясняйте локейшн, где находится этот офис. Как правило, работает в утренние часы. С 9 и, по-моему, до 3. Ну, это касается вот нашего конкретно города Омаха. Приезжайте туда, подходите к машине, который раздает номерки в очереди. Там все цивилизовано, зал ожидания, стоят стульчики, дисплей, на котором высвечивается очередь. Все идут строго по очереди, все очень быстро обслуживается. Никакой нервотрепки и головной боли. Нажимаете кнопочку «Получить новый CCN». Берете квиточек, садитесь и ждете, пока высветится ваш номерочек. Пока ждете очередь, там же берете вот такой бесплатный бланк. Заполняете свое имя, фамилия, где вы живете, ваш пол, какой вы расы, где вы родились, место и год. Указываете фамилию, имя папы, мамы, есть ли у них CCN, нет у них CCN, текущую дату, подписывайтесь, все. Дальше. У вас на руках должен находиться еще один документ, удостоверяющий вашу личность. Это может быть или ID американские, или водительские права, или ваш паспорт. Все. Как только подошла ваша очередь, это будет не больше 20-15 минут, подходите к окошку, говорите, хочу получить CCN. Никогда у меня его не было. Даете свой permission to work в окошко, даете заполненную вот эту вот формочку, еще раз ее покажу, подписываетесь на двух бумажках, все. Дальше вам менеджер, который принял у вас бумагу, говорит, в течение 7 дней вам на почту, вот адрес, который вы здесь указали, бесплатно придет номер социального страхования. Все. Ничего платить никуда не надо. Все абсолютно бесплатно. Многие наши жулики-юристы, когда предлагают услуги только что приехавшим в Америку, естественно, тоже рассказывают про CCN, что это нужно платить, все это очень сложно и неспроста. Все, я вам объясню, это все делается бесплатно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, постараюсь по мере возможности ответить на все. Оставайтесь с нами на канале, жду ваши заявки, очень интересно читать ваши комментарии и хорошего вам дня!